А вот еще новшество на Анапском ЖД вокзале. Смотрите, красота какая. Кое-кому и бесплатно можно проезжать. Привет, друзья! Мы приехали на железнодорожный вокзал. Дочка будет пытаться купить билеты на электричку, ласточку, да? Да, до Краснодара, но, видимо, из тоннельной. Вот. А вроде из Анапы ничего пока не ходит. Вот узнаем сейчас. Новороссийск-Краснодар, она электричка, или даже Новороссийск-Ростов. Да. В общем, на сайте билеты не продают. Говорят, что нужно брать на вокзале. Пойдем узнаем. Тут что, реконструируют буквы, да? Похоже, красят. Красят. Готовятся все-таки к курортному сезону. Пока что пустота, ни одной машины на стоянке. Ух ты! К Дню Победы, видать, установили паровозик. Южные вокзалы открыты. Ветерок продувает замечательно. Вон флаги все колышутся. Это очень удачно. Плюс 24 утро. А когда на улице 35, это вообще будет классно. Так, идем в кассовый зал. Ну вот так выглядит кассовый зал. Пустота. Одна касса работает. Женщина, и мы за ней встали. Всегда бы так пусто было на вокзалах. Ну вот такие поезда на табло прибытия нарисованы. Но, в принципе-то, вот столько поездов должно ходить. Но все они отменены. Все они пока отменены. Билет на электричку нам не продали. Это считается пригородный поезд. Нужно брать только на станции отправления, то есть в тоннельной. Сейчас пытаемся узнать в справочной хотя бы, точно ходит такая электричка или нет. Парковка пустая. На всякий случай сниму условия платной парковки. Может быть, кому-то пригодится. Читайте. Вот там есть автомат. Оплата парковки. Раньше сидели парни специально обученные. Теперь автоматы стоят. И даже схема движения. Кое-кому и бесплатно можно проезжать. Ну а бесплатно вот здесь можно разместиться. Несколько машин входит, конечно. Ну и вот это остановка муниципального транспорта. Маршрутки номер 100, 120 и 127 останавливаются здесь для тех, кто приехал и не хочет пользоваться услугами такси. Ну что, друзья, узнали мы, что электричка ходит, хотя дозвониться до вокзала тоннельно не смогла женщина из справочного. Ну, будем надеяться, что завтра приедем пораньше, возьмем билет и поедем в Краснодар. Станция тоннельная. Утренняя электричка Новороссийск-Краснодар. Всего 4 вагона. Стоит всего лишь 1 минуту. Билеты продаются только в электричке. Заранее вы не купите ни на вокзале в Анапе, ни на вокзале на тоннельной. Да, кстати, 8.20. Билет стоит 324 рубля от станции тоннельная до Краснодара. Если вы хотите на ребенка получить скидку 50%, обязательно иметь с собой ученический билет. У нас, к сожалению, его не было.
Ну, вы поняли, друзья, что все наши поездки на ЖД вокзал Анапу были напрасны. И то, что мы в тоннельную приехали заранее, чтобы билет купить в кассах, тоже было зря. Приезжайте к самой электричке. Мы, кстати, частенько путешествуем по Краснодарскому краю на поездах или электричках. Во всяком случае, знаем, как лучше добраться из Анапы до Сочи, из Краснодара до Сочи. На машине тоже можно это сделать, но, может быть, это труднее. В общем, кому интересно, смотрите наши более ранние ролики. Вот здесь вы их видите на экране. Или задавайте вопросы, а если будет интерес большой, то, может быть, мы сделаем прямой эфир на тему транспорта в Краснодарском крае. Всем пока!